великого господина и отца нашего Кирилла, святейшего патриарха Московского и всея Руси, и свято-троицкие Сергиевы лавры священного архимандрита, да поминен Господь Бог во царствии Своем, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы, весь священнический и монашеский чин и притчи церковные, настоятеля и братья святого храма сего, строителей, благоукрасителей, жертвователей святого храма сего, где поющих и труждающихся, и вас всех, православных христиан, да поминет Господь Бог во царствии Своем, всегда, ныне и присно, и во веки веков.